Жители Одинцовского округа собрали 16 тонн гуманитарной помощи для жителей Донбасса в рамках акции «Доброе дело». Сбор проходил в школах округа, где было развернуто 113 пунктов. В течение недели школьники и их родители, жители муниципалитета, приносили воду, книги, товары для детей, средства личной гигиены и игрушки в пункты сбора. Прикладывали к ним трогательные письма и рисунки. Грузы со всего округа уже отправляют в распределительный пункт. Дополнительные точки приема откроются в муниципальных учреждениях культуры и спорта в ближайшее время.